Проводимая работа учреждения системы профилактики не позволила в текущем году допустить роста каких-либо правонарушений, несчастных случаев с участием детей. Таковы итоги первой половины школьных каникул в Кузнецке. Безопасность детей и результат труда взрослых. Проводили собрания по вопросам безопасности дорожного движения, по вопросам безопасности на воде, профилактики безнадзорности. Персонал, который работает с детьми, проинструктирован соответствующим образом. По данным комиссии по делам несовершеннолетних, почти за месяц, считая с середины мая, кузнецкие подростки не совершили ни одного преступления. Для сравнения, в прошлом году местные тинейджеры приступали закон 6 раз. Количество административных правонарушений снизилось в 3 раза – с 36 до 12. Должен быть ежедневный мониторинг занятости, особенно детей, которые состоят на учете в органах внутренних дел, состоят на учете межведомственной программы. Комиссии по делам несовершеннолетних предстоит трудиться по профилактике не только правонарушений в подростковой среде. Хотелось бы, чтобы дети как можно реже фигурировали в сводках дорожно-транспортных происшествий.